Я приветствую вас всех, Таши Делек. И в особенности хочу поприветствовать друзей Падхарми, которые сейчас находятся в России и Украине. Я хочу обратиться ко всем вам. Пусть благополучие и мир как можно быстрее вернутся в ваши жизни. В этом году, к моей великой печали, произошло столкновение между Россией и Украиной, которое приносит людям столько бед, несчастья и горя. Мы ученики Будды, и с точки зрения учения Будды, с точки зрения тех, кто притворяет в жизнь практику Дхармы, нам не следует жить и поступать, будто что весь мир делится на два лагеря, на союзников и врагов. Потому что в конечном итоге такое деление ничем не обосновано. Война разделила буддистов, разделила даже близких родственников. И это уже само по себе причиняет столько страданий, порождает столько проблем. Это касается всех нас. Каждый из нас несет на себе ответственность. Война — это война. В любом проявлении она причиняет страдания существам. Она напрямую противоречит основам учения Будды. Поэтому следующие дхарме не должны видеть в других врагов. Семьи должны оставаться семьями. Не отдаляйтесь друг от друга. Пожалуйста, не считайте тех, кто находится по ту сторону, вашими врагами. Я прошу вас об этом. Я призываю вас к этому. Насколько это в ваших силах, пожалуйста, отойдите от такого мышления. В действительности не существует никаких реальных врагов, так же, как и не существует никаких реальных союзников. Все это порождено нашей кармой. Это не что иное, как кармическая расплата. Те, кто в прошлом заботился о нас, могут впоследствии стать нашими врагами. Те, кто в прошлом был нам врагом, теперь могут стать нашими доброжелателями. Таких случаев очень много. В учении Будды приводится много ясных объяснений на этот счет. А ведь мы следуем наставлениям Будды. Всех нас связывает дхарма. Мы связаны узами самайи. Мы все одинаково следуем принципам дхармы. Хотя я нахожусь далеко, я переживаю за всех вас, разделяю вашу скорбь и утраты. Вы всегда в моем сердце. Изо дня в день я молюсь, чтобы эта война поскорее закончилась. Недавняя эпидемия и вслед за ней эта война порождают столько страданий. Никто не хочет распространения опасных болезней, и никто не хочет разрушительных войн. Ни один человек в здравом уме не хочет всех этих страданий. В этом мы все единодушны. Мы все одинаково желаем жить счастливой жизнью. Мы все одинаково избегаем тех вещей, которые причиняют боль и мучения.
В своих основополагающих чаяниях мы все хотим одного и того же. И не бывает ничего вечного. Эти жизненные обстоятельства, в которых вы оказались, также не вечны. Пожалуйста, будьте стойкими. Если вы следуете стезе дхармы, объедините со своим духовным путем все испытания, которые выпали вам на долю. Пусть эти удары судьбы станут для вас помощниками в духовной практике. В таком подвижничестве мы должны объединить свои усилия. Если же пока мы не можем так практиковать, то мы хотя бы должны молиться за скорейшее прекращение войны. Наряду с этим нужно оставить цепляние за образ врага, отступить от мысли, что кто-то является нам врагом, что кто-то намеревается причинить нам вред. Не храните в себе подобное цепляние. К тому же не стоит цепляться и за образ союзника, думать, что кто-то намеревается нам помочь. Враг и друг — это нечто условное. Молитва о безмерной равностности гласит, «Пусть все живые существа пребудут в равностности, в которой нет места для привязанности к своим и ненависти к чужим». И нам стоит тренировать свой ум в духе этой молитвы. Друзья по дхарме, пожалуйста, молитесь о том, чтобы ни в этой, ни в будущих жизнях мы не совершали неблагих поступков. Неблагие поступки ввергают и нас, и других в пучины страданий. Мы все ученики одних и тех же учителей. Мы все находимся в одной мандале. Поэтому не стоит подпитывать ненависть друг к другу, не стоит таить друг на друга зло. Ненавистью мы не сможем решить наши проблемы. Она лишь усугубит наше положение. Я, будучи буддийским наставником, хочу обратиться к вам с этими словами. В Непале есть ступа Баднатх, которая еще называется Джарунг Кашор. Это место, освященное молитвами бесчетных Будд и Бодхисаттв. Я каждый день прихожу к этой ступе и читаю строки прибежища, семистрочной молитвы и других практик. Представляю, что все существа на свете, независимо от того, кто они, обретают защиту трех драгоценностей и благословение трех корней, и в конце концов достигают исконного состояния трех кай. Я возношу молитвы об этом каждый день и надеюсь, что они вам помогут.